Всем привет! Вы на канале Nastic Toys. В этом видео я вам покажу свои доделки. То есть я в предыдущих видео показывала не готовые работы. Вот, и сейчас покажу то, что я доделала. Но здесь могут быть и попасться те, которые были в видео доделанными. Итак, самое главное из того видео я доделала всех вот таких вот зайчиков. Вот, я им всем зашила сзади, получается, попочки, вышила всем вышила носики, приклеила, кому-то вставила глазки, то есть всем по-разному, вот такого цвета еще связала. Так, плюс я доделала, вот крылышки пришила, связала крылышки, пришила крылышки своим пчелкам большим. Так, это то, что было уже сделано, это тоже были. Так, связала люлечки, связала лавандового и вот такого розового зайчика. Вышила ему сердечко. А, здесь в люльке подушечка, матрасик, вот, одеялка и сам зайчик под цвет люльки. Ну, кому как понравится, не знаю. Дальше вот такой лавандовый красивый зайчик. Вот, тоже у него одеялка, полукруглая подушечка и матрасик. Так, возвращаю на место в люлечку малышей. Дальше я связала еще вот таких кроликов. Но здесь уже многих игрушек нет, которые я связала на этой неделе. На той, точнее, после съемки видео, потому что я их уже продала. Вот такие кролики у меня тут. Кролики. Ой, затерялся один, пусть тут лежит. Так, вот пчелкам тоже я крылышки доделала. Многих пчелок тоже уже нет. Вот, так, вот миников я тоже зашила, вот они, миники. Всем жабочкам я тоже зашила, в общем, последнюю вот эту ниточку. Вышила им всем улыбочки, приклеила глазки 12 миллиметров. Вот, их тут много, вот их целая тут. Так, этим я тоже вот вышила сердечки, оформила крону, доделала вот божьих коровок двух. Так, еще не доделочки, у меня вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, связались, но я им сейчас приклею глазки, просто я сейчас убегаю продавать уже игрушечки. Вот, этим я приклею глазки, их вы уже, наверное, не увидите, вот этому приклею глазки, и вот этим вышью носики троим. Так, эти у меня были, я показывала. А, ну вот и котиков тоже доделала. Вот такое короткое, так сказать, подключение. Просто показала игрушечки. А, вот еще йодики. Вот йодиком я тоже связала ушки. А, связала вот этот вот снудик, так сказать. Вышила сердечко. Вот все это на завязочках сзади. Вот так на завязочках. Вот ушки пришила. Вот он один, вот он два, вот он три. Так, еще вот такую вот довязала. Наконец-то тоже оформила. Вот, ну и в принципе все. Я сейчас показала эти все игрушечки доделанными для того, чтобы не было вопросов в марафоне, если... Сейчас расскажу про марафон. Если могли бы подумать, что я, например, там... Их уже связала, а фотографирую, выставляю отчет. Нет, все. Тех я уже доделала. Их я уже в отчет не выставляю, недовязанных и недоделанных. Вот, у меня эти все игрушечки готовы. Я, конечно, буду... Вот, зайчиков я вот так покажу, сколько их тут, не знаю. Можно посчитать, можно поставить на паузу и посчитать. Плюс вон те двое, которые там лежат. Вот, в общем, про марафон. Навяжу к НГ. Я уже всех приглашала. У вас, если вы это смотрите видео до 17 октября, понедельника, то хорошо. Значит, вы еще успеваете попасть. Обязательно присоединяйтесь. Мы составляем план на 9 недель игрушек, которые нам нужно связать. Каждый вяжет те игрушки, которые ему нужны. Для большей стимуляции у нас будет поощрение. Есть номинации. В общем, все в предыдущих видео.
подробно и приглашение, и срок, и что нужно сделать, и условия, и номинации, и спонсоры. Все там есть. Обязательно переходите, смотрите. Приглашаю вас к участию. Будем вместе вдохновляться, будем вместе мотивироваться. Вот, потому что даже если вам, например, не нужны игрушки на продажу, вы можете навязать в подарок, там, например, своим коллегам, своим родственникам. Просто, может быть, как кому-то помочь, имеется в виду, что вы там свяжете игрушечку, дадите их куда-то на благотворительность, еще что-то. То есть не обязательно вязать их на ярмарку, на продажу, что-то такое. Вот, ну и в компании всегда веселее, там будет поддержка, вы присылаете в чат что-то, спрашиваете, вам всегда подсказывают. То есть это очень классно, это очень интересно, заявок уже больше 50, я вообще в шоке, получилось масштабно, я не планировала так, но получилось как получилось, очень рада всех девчонок видеть, буду составлять после, наверное, воскресенья, после работы вечером, ночью, таблицу большую с участниками, вот, и постараюсь снимать на протяжении вот недели влоги, имеется в виду, что каждый день то, что я буду вязать, помимо того, что я буду фотоотчет вставлять, я буду еще, наверное, делать короткие видео. Ну, вот как девочки делают, каждый день подключаются. Вот, попробую также тогда. Буду каждый день вечером. Ну, вот, простите за мой свет, у нас просто очень темно за окном. Буду каждый день по чуть-чуть снимать. Например, сегодня я там связала вот это, вот это, вот это, и расскажу там туда-сюда. Это там из той-то пряжи, таким-то крючком. Вот, планировала там, например, связать столько-то за день, получилось столько-то. Ну, в общем, я там забабахала больше 1600 игрушек, по-моему, за 9 недель. Я что-то считала, это должно быть минимум 20 игрушек в день или 30. Ну, в общем, с понедельника я просто не сплю, не ем, ничего не делаю, только вот вяжу с открытыми глазами. Вот, так что присоединяйтесь, девчонки, будет круто. Спасибо, что посмотрели это видео, оно такое коротенькое, но если вдруг есть какой-то вопрос, обязательно спрашивайте. Я надеюсь, что вы успели попить чай, позавтракать там, может быть, пообедать или поужинать, или еще что-то. Кофе-брейк себе устроили. А, еще я вам сейчас покажу, вот здесь тоже видео вставлю. Я связала подставку, обвязала стаканчик. Просто по картинке обвязала стаканчик, вот, и он уже у меня на работе, поэтому я вам ставлю видео с работы. Все, его обязательно смотрите, и всем пока-пока. До новых видео. Связала себе на работу вот такой стаканчик, он у меня уже на рабочем столе стоит. Просто купила самый дешевый вот такой черный стаканчик. Вот, и вот связала, обвязала его. Делала на глаз. Вот такой вот он классный получился. Разложила я свой скудненький стол. Покажу общий маленький вид. Вот так вот это все выглядит. И поближе вот так. Ценники еще не развесила. Но сейчас вам кратко расскажу. Ну, вот этих котиков по 450 я продаю. Этих, наверное, рублей по 600 поставлю. Люлечка у меня 900 рублей, зайка 350 мне. Вот китята, это которые с лета остались, нужно распродать по 150. Буду новых навязывать. Вот здесь тоже все по 150. Этих тоже сейчас распродам по 150. Это тоже по 150. Этих по 100 распродам. Они давно уже, чтобы они лежали долго. Эти по 350 у меня зайчики. Вот эти по 300. Эти вот по 450 или по 500. Йода мой 600 из велюта. Грудик 450. Эти по 450. Это 400. Вот. Так. Китята вот такие вот большие. По 300 или по 350. Всегда по-разному. Сейчас подумаю. Этих тоже надо продать. По 250, наверное. Вот, продам и больше не хочу вязать божьих коровок. Вот эти пчелки тоже по 300. Вот это одна по 250 будет. Вот, ну, в общем, не густо, но так как начнется марафон с понедельника, буду навязывать игрушечки. Вот смотрите, я сердечко зайчику вышила. Вот.
Вот так.